Приветствую вас, и я бы предложил для начала, прежде чем говорить о том, как общаться с мужчинами, я бы предложил для начала вам подумать о своих интересах. Ну вот, что вас интересует вообще? Какие сферы деятельности? Какие явления, наука, что еще? И вот, исходя из интересов, уже и действовать. Почему? Потому что, когда человек, особенно человек взрослый, пытается с другим говорить о чем-то, чего не знает, то, естественно, получается то, что выходит у вас. Вы не можете поддержать диалог. Правильно, вы не можете поддержать диалог, потому что вы не можете всего знать. Вы и не должны всего знать. Но вам нужно знать что-то, что вам интересно. Чтобы было что-то такое, в чем вы хорошо разбираетесь, и в чем у вас живой интерес. И искать себе людей, знакомых, с таким же интересом, чтобы вам было о чем поговорить на равных. И вот тогда, когда это будет претворено в жизнь, вам будет гораздо проще. Потому что диалог изначально начнется на тему, в которой вы хорошо ориентируетесь, в которой вы хорошо разбираетесь. И диалог на эту тему будет доставлять вам удовольствие. Вы не будете думать, что сказать, как сказать. Вами будет двигать интерес. Вас будет направлять живой интерес, живое стремление к познанию того, что вы любите делать, через другого человека. Будет происходить активный обмен информацией. И с помощью этого обмена вы сможете, по сути дела, и раскрыться наиболее полно перед человеком как личность, и позволить другому человеку также раскрыться. Общение взрослых людей начинается, как правило, с общих интересов. Общие интересы выполняют и ту самую функцию альтернативного сближения, когда люди симпатизируют друг другу не только как мужчина и женщина, а именно так, в принципе, вы видите диалог, но и как люди, как личности, как индивидуум, как субъект одной деятельности, то есть без полового различия. И это очень важно, чтобы люди имели налаженный путь общения без привязки к половой принадлежности. Это существенно облегчает диалог. Поэтому, конечно, если вы общаетесь с мужчиной, думая о том, что вот сложатся у вас с ним отношения, не сложатся у вас с ним отношения, конечно, такое общение, оно слишком узко, оно нагружено контекстами, и велика вероятность, что оно сойдет на нет. Еще и потому, кстати говоря, что есть определенные ожидания. Определенные ожидания от общения. А если вы изначально хотите просто поговорить с кем-то, кто разделяет ваши интересы, не думая при этом о том, что из этого получится, то отношения развиваются спонтанно. И ваше взаимодействие тоже развивается спонтанно. И вот это является идеальным способом для того, чтобы установить отношения наиболее крепкие, наиболее искренние и наиболее долгосрочные. То есть, вначале, еще раз,
Вначале вы ориентируетесь на свои интересы, и после стараетесь сближаться именно с теми людьми, которые разделяют ваши интересы. Так, чтобы вам изначально было о чем поговорить. И вот этот фундамент послужит взлетной полосой для развития дальнейших отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.